какой ястреб там летает. Доброе утро, мои солнышки. Пролетел уже. О, кружит. Вишенка, говорю, груша потихоньку распускается. Вот уже эти тоже листики падают. Почти вся цела магнолия. Фазаны там где-то в поле. Солнышко встает. Солнышко мое, вставай. Ласковый. И такой красивый. Распускается потихонечку там. Надо ее уже отодвинуть. Что-то она слишком тесно к этому забору. Так. Вон оно, солнышко там какое красивое. Красивущая встает. Солнышко мое, вставай. Ласковый и такой красивый. Марина Хлебниковой, привет там. Надеюсь, она поправилась. Вроде бы по последним сводкам она выписалась. Там уже все это у нее восстанавливается. Ожоги ее, дай бог ей здоровья крепкого. Здесь вот у нас цветоечки. Ой, какой классный день весенний. Морозное такое утро, пар немножко изо рта идет, такая свежесть. И цветы, запахи. Запахи этих всех цветов. Вон они какие. А вот такие вот синенькие еще какие-то цветут, колокольчики такие здесь вдоль дороги. Ой. Всякие заборчики. Та-ра-та-ра-ра-ра-ра. Блин, я на улицу выперся. Хочется перчатки одеть. Как-то так ветерок такой ледяной прям. Не ожидал, что будет так холодно. Ну ладно. Надеюсь, не продует. То бутылку там бросил. Здесь у соседей забор упал. Был ураган. Так вот все это стоит теперь. Как вот магнолиям не холодно. Но некоторые магнолии вообще в феврале цветут. Они любят прохладу. Цвести вот в такие холода. Сегодня у нас уже 31, ребят, марта. Завтра 1 апреля. Первое апреля, никому не веря. Интересно, там Зеленский выпустит какие-нибудь гримасы на 1 апреля или нет. Он же клоун, как бы по идее. Ласковый и такой красивый. Так. Так. Автобусика нету. Такие вот разделители на дорогах. Они светятся. Светятся ночью.
Ну там вот замерзшие эти, как их называют, фиг. Как они, инжир. Вон они. Скоро уже, наверное, заново дерево будет цвести и выпускать, как их, почки. Потому что кстати, у инжира такие листья красивые. Не знаю, вы видели или нет. Красивые листочки. Такие, как тройные, четверные, как сердечки такие какие-то. Так, еще немножко ботаники. Здесь вот напротив что-то цветет. Заросли. Айва цветет. Этот плющ бушует. Он круглый год, зимой и летом здесь растет. Деревья уже листву выпускают. Так, это еще не мой автобус. А вот это здание, для, если даже приблизить, его основал какой-то лорд из Лондона, что ли. Вот. Эти дома были построены, ну, как бы, созданы Уильямом Таунсендом. Он, как бы, из Лондона. И это здание было создано для неженатых, пожилых неженатых женщин в 1827 году. Give God the phrase. Дайте Богу слово. Короче, это здание было именно для пожилых старых женщин, которые не женаты. И до сих пор там живут какие-то вот бабушки. Ну, иногда молодые тоже женщины живут. Ну, или выходят, заходят, как бы. Но до сих пор оно вот 1826 года используется пожилыми женщинами. Видимо, оно принадлежит местным, как бы, властям, местной администрации. Они выделяют для тех, кто не женат и старый, как бы, нету. Не знаю, как это работает, но есть же какие-то дома, да, престарелых и так далее. Но это вот такое вот здание, как бы, муниципальное. Тротуар бы поменяли, нам даже смех и грех такими заплатками. Все тротуары у нас поразрушились за ковидные годы. Последние года 4 никто ничего не ремонтировал. И все тоже новое здание построили, такие квартиры. Интересные такие потолки, я думаю, у них там полукругом. Вот особенно верхняя секция квартир. Получается, вот таким полукругом у них. Скворечники такие. Но с той стороны оно красиво смотрится. С той стороны оно полностью стеклянное. Там у них балконы такие из стекла. И окна такие от потолка до пола. С этой стороны оно как бы вот так, а с той стороны оно вот так все стекло такое, с балконами стеклянными. Так что, в принципе, такое модное. И та сторона получается северная, западная, то есть солнце в них не светит напрямую, только заката не видят. Ну, хороший обзор солнечный на ту сторону будет.
меня руки заледенели, закостенели. Сейчас отвалится телефон вместе с рукой. Настолько холодный вот этот ветерок. Так, что там бас? Где наш автобус? У меня вот такое портмоне сейчас большое. Это наоборот было маленькое, супер маленькое. Я задолбался с ним. Думаю, столько карточек всяких надо взять большое. И попробовал, и так удобно. Так вот открывается, но здесь такие отделения, как бы для карточек и для денег. Налички-то особой нету. В основном мелочь. Все карточки сейчас. Ну, иногда бывает. Иногда бывает наличка. Вот 10 фунтов наши. Фунты стерлинги. Ой. Вот такие вот. На всех одинаковая фотография, на всех фунтах королевы. А цвета и номинация как бы разная. И с такой полимерной дырочкой, просвечивающейся. По-моему, рубли еще не полимерные такие. Я не знаю, может быть, уже тоже поменяли. Полимер сделали. Настроится она или нет? Солнышко мое, вставай. Так, еще один пошел в ту сторону. Ой, что я там снимаю? Пошел автобусик на Оксфорд. В общем-то, их сложно как бы порвать, как говорится в описании. Но мнутся они, в принципе, достаточно, так достаточно хорошо, этот пластик мнется. Единственное, только как бы мнется, но не трепится. Как вот бывает, мнутся и такие ворсинки, и все это становится такое, бумага становится такая замусоленная, как бы... Более такая пушистая становится. Здесь как бы нету такого. Просто мнется, но остается полиэтиленом таким. И при стирке тоже она ничего и не делается. Хотя тоже я вот видел какие-то старые купюры. И вот это вот, вот это золото, оно тоже как-то начинает облазить, что ли. Да сильно замусоленные. Что-то я рано вышел. Да,
Хотя уже сколько прошло? Два автобуса, по крайней мере. У меня есть приложение, но нельзя одновременно посмотреть, где автобус находится. О, самолетик летит. Где он там? Полетел самолетик. Хвост за собой оставляя. Далеко не видно, компания какая. Это тоже кауп. Ну это 10. Найти даму. Это вообще выглядит. Здесь маленький выбор в коопе. Заверакс есть от герпеса, если total multivitamins 60 таблиц. Все оксидные формы дешевые. Вон такие неплохо усваиваемые. Так, а мне нужно Рене. Рене взять. Ой. Orange flavor. Вот этот, наверное, 7. Нет у меня Рене. Здесь вот для собачек какие-то. Игрушки есть для кошечек. Еда. Вот рубль 75. Такая пачечка маленькая. На один раз, наверное. С чикеном супчик. 1 фунт 75 пенсов. А как, если 3 раза так покормить в день, то... Как человек прям кормить. И 3 зажигалки за рубль. Дешевские какие-то, ну. Надо это с этим, с кремнем. Или чтоб не автоматически.
Ну, шарики продает. Почему здесь вот это колпатская бумага, рубль 75. Хорошая вот эта вот. Дешевле. Это что такое? А, это эти зубочистки. Шарики это большие, да? Типа 30 сантиметров. 8 штук. Это маленькие, наверное. Это у нас это городской такой магазинчик. Даже какие-то кружки продают. Ну, если хочешь большой выбор, то надо уже в гипермаркет или в супермаркет идти. Так, вот мне надо эту колу, наверное, одну взять. Ой, не колу, наверное, колу взять или пепси взять. Кола, кстати, не такая сладкая, как пепси. Мне кофеинчику надо, мне надо с кофеином взять колу или пепси. Я с кофеином в этот раз возьму, но без сахара. То я совсем уже сплю. Давление, правда, кофеин повышает. А что-то такое интересное. Это какие-то, наверное, эти. Морс типа. О, это острый томат, томатный микс. А это что такое вообще, алкоголь это что ли? Это для водки. Айс. Короче, типа для водки что ли, да. Ну, он остренький такой, томатный. Написано. С водкой можно смешивать. 50-60. Что тут интересного есть? Разукрашки. Это что такое? У меня, кстати.
А, это типа как не сладкий он, это эльбрайн. Для готовки он. Лапшичка такая маленькая опять. О, это что такое? Пасочка такая, кексик. Это какой-то... Это world food, это не английские продукты. Так, Ренни я взял. Сахар здесь есть. Не помню, подорожал он или нет. Мне надо вот такой вот свитекс взять. У меня нету. Кофе сегодня придет. The goal против food. Так магазин называется. Тут у них тоже есть этот Amazon Locker. Можно отсюда его получить или отправить посылку амазоновскую. Nescafe Gold Blend. Скидка. Вот тик-так сейчас какой есть. 100 лет его не покупал. Не люблю жевательные резинки. Не люблю ментол. Последний раз, наверное, лет 15 назад покупал. Все время покупаю что-то одно, даже в этом маленьком магазине здесь столько разной мелочевки. Если подольше походить, посмотреть. Вот, кстати, этот Kinder сюрприз. Яйца. Кофеек сделать. Если она работает. Фанта тоже такая синяя. Химия. Химия. Маленький, наверное, сделаю сейчас. Все. Цена практически одинаковая. Капучино. Так, ребят, надо сахарок. Наверное, переключиться, чтоб сахарочек-то. Это коричневый сахар, он не такой сладкий, поэтому надо штучек 5. Ой, как пахнет, обалденно. Просто невероятно запах. Ой, у них раньше трубочки были, а сейчас они палочки стали все-таки. Деревянные вот эти. Чтоб, наверное, это... Ну, трубочки тоже, кстати, бумажные были. Но никто эти трубочки не использовал. Все мешали в основном. Так. Капучинчик. Капучинчик. О, как удобно этими палочками мешать. Супер. Трубочка вечно ломалась, а это такая тверденькая. Так.
кофеек готов. Еще такой шоколад можно взять. Кассе никого нету, или есть? Хочу адрес вам. Hello.